Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Александр, мы продолжаем играть с вами в Creepy Tale. Продолжаем изучать историю Мартина. Так, мы остановились как раз с тобой на этом корабле. Пристегнуть ремни. Ну, поехали! И полный вперед. Я на секунду подумал, что мне сейчас придется все заново проходить. Эту всю головоломку. Но нет. Так. Переборщил? Все понял. Сдулся. Не понял. Все заново? Надо по одной заполнять. Вообще нельзя допускать. Ладно. Понял. Блядь. Еще раз. Все, до меня дошло, как надо. Блядь. Да стой, я ж ничего не вижу. Авария, да? Это, наверное, тот гигант меня остановил. Ну, кто еще может меня остановить? Я бы так и скакал до дома. Лучше бы я с братьями за грибами пошел. Вот-вот. А тут на рыбалку он собрался. Мама говорила, вон, берите пример с Мартина. Он никогда в неприятности не попадает. Ё-моё, гиганта сбил? Что такое, тоже возможно? Да это же тот самый воришка. Так, ну пойдем поговорим с воришкой. Ну что, попался? Кто? А как он его узнал? Они же все одинаковые. И шляпа у них, и все-все вообще одинаковые. Иди сюда, ага, иду. На девочку напали 4 монстра. Мы с тобой должны пойти тут и помочь ей. Понятно? Девочка в опасности? Ну да. Ты хочешь, чтобы я ее спас? А что ты делать-то будешь? Иди в колодец, прыгай правильно. Иди, спасай ее, а я тут постою. Я не знаю, конечно, что он будет делать. Ну ладно, посмотрим. Так. Возможно, будет как Little Nightmares, кстати. Ой, а я, оказывается, не сверху еще могу вот так ходить. А у меня кирка была, кстати. Я в ловушке. Снова меня отправили не туда. Куда ты вообще выползла? Так, ну пошли к этой ведьме. А быстрее-то я ходить-то могу? Странно. Пуговица моего брата Эспина. Что она здесь делает? Неожиданная находка.
Кто здесь? Подойди. Глаза не видят. Так темно. На улице. Ближе. Ближе. Мне кажется, это не очень хорошая идея. Это же ведьма. Славно. Что случилось, малыш? Заблудился? Я ищу девочку. Ее похитили монстры. Монстры? А, это, наверное, кварги. Что еще за кварги? Мерзкое местное отродье. Тупые, медлительные, но очень опасные. Мешают жить нормальным людям, вроде нас с тобой. Любят детишек. Частенько запретают. Арги. Ничего, я быстро бегаю. Сможете указать мне дорогу? Значит, не боишься. Тогда пойдем. Хватай вязанку, помоги бабушке. Ой, это бабушка с подвохом. Ой, это бабушка меня сейчас... Найдется ли добрый мальчик, который сделает бабушке массаж стоп? Да съебывай, ну... Малыш, по мне стопни и выберешься отсюда. Погибнешь. Одна я дорогу знаю. Блин, у меня, походу, выбора-то нету, да? А-а-а, головоломка, погоди. А, надо этот... Так, с двумя рогами. С одним. Есть. С двумя. Есть. Этот, хорошо. Вот этот. Легко, ладно. Хорошо. Это... Не, не успел. Не-не-не-не-не. Это подвох. С одним. Есть, успел. С этими... Блядь, да не успеваю. Надо на центр, короче, перемещаться. С одним. Есть. С боковыми. Есть. Есть. Да как нету? С одним. Сейчас, погоди, освоюсь. Есть. Есть. С двумя. Есть. Есть. С этими, блядь, второй. Второй. С этим дятлом не угонишься. Сейчас угонюсь. Все нормально. Один. Есть. Большие. Есть. Маленькие. Ой, большие низ. Есть. Маленькие. Блядь, я не успел. Я забываю про второй. Короче, второй это маленькие. Маленькие. Ага. Большие. Один. Маленькие вверх. Вот эти, конечно. Маленькие. Ой, большие вниз. Блять, путаюсь. Большие вверх. Есть. Вот эти. Один. Есть.
Да как? Ой, блядь. Они, по-моему, потом ускоряются, нет? Может, и правда проще этой бабки? Да нет, какие? Можно мне поменять их местами, как я хочу? Потому что я не успеваю. Это вот эти. Хорошо. Это вот эти. Нижние. Верхние. Один. Нижние. Верхние. Вот эти. Блять, да. Да нажимал я, нажимал. Ну то не успевай. Очень мало времени прям дается. Ну, секунды две, наверное. Это невозможно. Когда у тебя две секунды. Это очень тяжело. Блять, ты где? А, вот он. Это вот эти. Тише, спокойно. Большие. Один. Это вот этот. Это вот этот. Это большие. Это нижние. Бесполезно. Да ой, не то! Ой, не то! Хорошо, давай еще. Один. Это вот этот. Это нижние. Блять, сейчас вот с маленькими рожками я путаюсь постоянно. Это вот этот. Это вот этот. Это вот этот. Один. Вот один легко. Один легко вообще запоминается. Большие. А, все? Блядь. Сама себе ноги натирай. Вот-вот. Это же бабушка. Она тоже, наверное, питается детьми. Боже! А после массажа моя голова попала бы сюда? Пиздец. Вот, видишь? Я же говорю... Тут нету простых вариантов. Выберусь отсюда. Расскажу братьям. Ни за что не поверят. Тебя вообще не смущает? А, это вот это, наверное, кварги. Это, наверное, и есть вот эти кварги. Погоди, я что-то ведь подобрал. Жуткий череп. Никакого. На нее можно только посмотреть, да? Больше тут ничего нету. Может, я хотя бы вилы каким-нибудь возьму вон того солдата. А! Вот тут, да, ага. Не понял.
Погоди. Луна. Нет? Не понял. Не понимаю. Может, надо не идти? Погоди, а вот сейчас было правильно? То есть я не выбирал те, которые указаны на самой голове иконки? Нет. Не понял. Нет. Не понял. Погоди, допустим. Белая луна. Коричневые рога. Нет, белая луна. Значит, коричневые рога. Нет. А, не гласный. Где я начинаю понимать? Белая. Черная. Не черная, а белая надо было. Ага. Белая. Желтая. О, не глаз, надо было рога. Все, я понял, я понял. Надо, короче, чтобы не совпадал ни цвет, ни эмблема. Желтые рога. Белый глаз. Ой, блядь, надо было рога. Поторопился. Все, погоди. Белый глаз. Черные рога. Желтая луна. Ага. Белый. Ага. 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 Все. Понял, да? Чтоб не совпадал ни цвет, ни иконка. Тогда все отлично. Ничего. Технологии древних. И чего мы взяли? Кольцо? Властелин кольца? И чего мне это дает? Зажмите кнопку, чтобы увидеть область действия артефакта. Отпустите кнопку, чтобы использовать артефакт. Оживляет объекты рядом с собой и усыпляет за своими пределами. Ха, воскресни. Нет, это может быть уже все полумертвое вообще. Вот этого можно попробовать. Ага. Ой, так я сейчас армию соберу. Откуда пацан вообще это узнал? Что-то артефакт вообще поможет. Что это вообще артефакт? И как он работает? Давай. Я попытался его воскресить, но толку ноль. Вот это могу? Нет, этого не могу, это тоже уже все. Чего тебе надо? А, ему что-то дать? Сейчас, погоди, я тебе чем дам. Иди сюда.
Опа. Пойдем со мной. Пока не знаю зачем, но просто пошли. Не хочет. Так он сейчас опять. Ой, ладно. Ему, наверное, вот эту редиску надо дать. Что есть у меня, на. Что же тебе нужно, чтобы ты меня пропустил? Так, понятно. Мне вот эту куклу надо что-то с ней сделать. Ой. Сейчас, секунду. Так, продолжаем. Что у нас, значит, с тобой? Пойдем посмотрим, что вот тут вот. А, мы тоже, наверное, живить сможем, нет? Нет, не можем. Ну все. Повелитель личинок. Не понял. А, я типа личинок тоже воскресал, что ли? Надо что-то с этим сделать. Стой, иди сюда, приказ тебе отдам. Не понял, а зачем это вообще нужно? Может, ему надо больше? Сколько их у меня уже? А, это один. Не могу использовать? Нет. Ну точно не сюда это применяется. Мне кажется, ему нужно взять виллы. Вот эти вот. Сбить то, что сверху. Я вообще сейчас не понимаю, что надо делать. Давай с ним похожу. Я не могу понять. Ерунда какая-то. С этим тоже что-то можно сделать. Может, ему надо этот клубень дать? Может, подождать, пока он вырастет? Может, он не до конца вырос? Вот это сейчас не могу вытянуть. Нет, речка. Подожди. А как мы ее вырастили до красного состояния? Этот что ли подошел, помог? Гнилая речка. Очень близко все понял.
Погоди. Ща. До меня доперло, походу. Стой, так она ж красная. А этот останавливается. Не понял. О! Погоди. Надо, чтобы красная прямо она была, походу. Как красную достигнуть? От гнилой. Ага. Нет, от хорошей. Гнилая. Типа, если я с мертвым рядом, типа, сделаю вот это воскрешение, то она будет гнилой, да, по-моему? Или нет? Сейчас, погоди. Вот, красненькую. Она вытащила, хорошо. Теперь это воскресить, наверное. Нет? Ну и ладно. Овощевод. А, теперь мы эту большую твердую речку даем гиганту. Он ее сломать не сможет. На. Крепкую тебе даю. Сука. А, красавчик. Все, можно пройти. Спасибо большое. Блять, ну и головоломки. Странные, необычные. А у меня есть еще речка. Гнилая и обычная. Возможно, при... А нет, у меня все речки, я по пути все съел. Вставай. Погнали. Ломан. Поет прямо как мой дядя во время застолья. Во. Зачем? Что она тебе сделала? И чего? А зачем? Слышь? Хорошо, ладно. А, мне дальше не перебраться просто. Не знаю, зачем я это вообще все делал, но ладно. Большая жаба.
Ой! Не хочешь? Так, а чё? Это, наверное, надо с помощью вот этого лесоруба, ага. Бери топор-то. Не хочет. А, его, наверное, надо на этом оставить, на этой кнопке. А того оттуда переправить сюда. Все, до меня дошло. Пошли. Пошли, 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 пошли вместе. Пошли, 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 пошли. Я ж правильно, да, думаю? Он не хочет идти дальше. Тогда не понял. Но это открывает одну решетку. Погоди. Так, одну решетку мы открыли. Осталось вторую. А чтобы вторую открыть, мне нужен второй такой же. Нет? Все, типа? Теперь активирую этого. Нет, я думал, надо просто вдвоем. Не, я думал, мне потребуется два этих робота. Так, теперь надо с корнями подумать, что делать. Вот это да. Так, топорик сюда. Да топориком-то. Уже все очевидно. Раз. Все. И чего? И чё мне это дает? Камень жертвоприношения, что ли? Или чё это? Как же мне туда за... А забраться мне туда поможет, знаешь чё? Пойдем. Не-не-не-не, сюда. Топора нету, все. Значит, идем к нему. Давай, пошли. Ну давай, пошли. Вот, молодец. Идем. А он не хочет идти дальше. А, голова зато хочешь. Как же мне туда забраться? Как же мне... Не понял, голова-то ушла. А меня чё? Могла бы меня с собой взять. А давай сверху просто запрыгнем, нет?
Не спрыгивай вниз. Может, мне надо отсюда приказ ему отдать? Все понял. Сейчас вниз упадет. На этот камень. Что-то пошло не по плану. Какой это упал? А, рукой зацепиться. Как же мне туда за... Жестко. Мне почему-то его так жалко, блин. Так, а у меня есть зажигалка, чтобы этот все поджечь? Ой, может, превьюха даже будет. Или не будет. Погоди, мне кажется, я рано вышел оттуда. Я не хотел выходить. Мне, может, что-то со свечками сделать надо. Не понял. Они теперь все, да, поют? Нет? Или мне надо все головы теперь переправить туда? Погоди, давай попробуем еще одну голову туда переправить. Ну они ж не просто так тут. Вот, смотри, идет. Две головы есть. И останется последняя третья. А как мне третью голову достать? Хороший вопрос. Где? А как мне третью-то серьезно достать? Редиску надо найти. Блин, а где же эти? Я тут по всему полю буду искать. Может, ему шишки сойдут? Некромант. Ой, тебе руку восстановил. А может, он что-то с ним должен сделать? Пойдем. Пойдем вдвоем. Туда. Давай, 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 давай. Он сюда не подойдет, да? А, я ж могу перепрыгнуть, что ли? А-а-а. Все, я что-то не заметил сначала. Так, погоди. Прыжок, хорошо. Прыжок, хорошо. А еще дальше могу? Могу. Еще дальше могу? Не достаю.
А, мне надо чисто его только краешком коснуться. Хорошо. Все. Полетел. Молодец. Ну вот, головоломка пройдена. Не так уж сложно. Хотя нет, там сейчас будет опять какая-нибудь этот по глазам, по месяцу, по рогам. Так, все головы тут. Так, магическое кольцо есть, палки есть. Погоди, а если вот это? А, то есть все-таки я правильно делал. Вообще не понимаю. А если я его еще раз активирую? Нет, ошибка. То есть тут, короче, последовательность, походу. Центр, лево. Центр, лево, право, лево, центр, право, нет. Центр, лево, право, право. Лево. Нет, центр, походу, надо было. И опять лево. Ой, блядь. Лево, право, потом лево. Центр. Право. Блядь, потом центр. Ой, запутался я весь. Так, еще раз давай. Центр. Лево, право, лево, право, лево,
центр, право, центр. Право. Лево. Блять, тут записывать надо, походу. Хорошо. Давай. Центр. Лево. Право. Ой, а вот так вот. Сейчас вот так сделаем. Один. Три. Один. Два. Три. Потом идет двойка опять. Два. Ой, блядь, ошибся. Два, один, три. Один, два, три. Два. Один. Три. Один. Два. Три. Два. Три? Два, три. Два, один. Три. Один. Два. Три. Два. Три. Один. И два. Так я сейчас просто вырублюсь. Зачем? Поспать, что ли? Ну, правильно, ты, в принципе, устал, надо отдохнуть. Это ведьма, наверное. Ёб ты мать, куда я попал? А чё по времени? 49 минут. Так можно тут, да, сейчас, наверное, закончить. Хотя я не знаю, сколько по продолжительности игра. Возможно, мы уже почти её прошли. Хотя навряд ли. Так, там кольцом можно было воспользоваться. Куда ты меня везешь? Суперсовух. Точно как Little Nightmares, потому что девятая также себя как бы вела, то есть, ну, тоже никого не щадила. Так, ладно, давай на этом сегодня закончим. В следующий раз продолжим. Я не знаю, сколько по продолжительности, да, и гляну, кстати, заранее. Посмотрел, там еще... Ну, в нашем случае это еще, наверное, три ролика будет.
Не знаю. Ладно. Продолжим уже в следующий раз. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Все ссылки будут в описании под этим видео. Не забывай также подписываться на канал, дабы не пропускать выходы новых роликов. Вот. А вот и все. Всем пока.